Всем привет, с вами Елена Смирнова. Это видео по онлайн игре Монополист или Монополист, как-то так, от нашего админа Букса 3 в 1. Значит, здесь можно зарабатывать без вложений на серфинге сайтов, как и в Буксе. Но нам при регистрации дается в подарок один завод шинный. Вот за 10 рублей. И я делала краткий обзор проекта игры. А сейчас я хочу показать, как повышать уровень. Вот я хочу шинный завод повысить один уровень, чтобы мне шел еще плюс, дополнительный бонус будет. Смотрите, вот здесь наши нажимаем покупка заводов. И при регистрации нам дается в подарок. Вы можете, если это по желанию, кто захочет повысить уровень, чтобы был больше доход. Значит, что у меня? Здесь опускаемся ниже. Вот ваши заводы. Вот этот завод подарочный. Этот я в прошлом видео в режиме онлайн покупала. Ну, еще чуть-чуть что подкупила. Значит, я хочу повысить уровень. Вот тут Level Up нажимаем. И смотрите. Так, собрать продукцию и купить за 50 рублей. У меня на покупках есть 50 рублей. Значит, я собираю продукцию. Ага, минимальная 100, ладно. И, значит, в таком случае я буду повышать уровень, чтобы у меня был уровень 2. И мне пойдет бонус. Здесь, смотрите, продукция в минутах. Вот. До 7 уровня. Все это можно просчитать. И я буду себе как бы повышать за 50 рублей уровень. Нажимаем Level Up. Уровень успешно поднят. Я подняла себе уровень. Следующий автоматически уже становится цена. Это уже третий уровень. 120 рублей. Четвертый, пятый. И так до 7 уровня. Вот таким вот образом можно повышать уровни. Ну и, как я сказала, вот серфинг сайтов очень быстро здесь все это прибавляется. Вот сейчас все тут сидела, клюкала, и уже опять 13. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Присоединяйтесь. Без вложений можно зарабатывать. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.